Новости. Ни в космос, ни даже в Москву. Теперь нельзя попасть в Ставрополе. Из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыты оба торговых центра. Минимум до 12 апреля. Исполнительные листы вручили накануне. Многочисленные нарушения выявила прокуратура промышленного района. Устранить придется целый перечень. Основными нарушениями, выявленными в ходе проверки, которые легли в основание обращение к суду с ходатайством о приостановлении деятельности данного торгового объекта, явилось отсутствие системы дымоудаления в данном торговом центре, а также неисправность системы пожарного оповещения, то есть автоматической пожарной сигнализации. Предварительное судебное заседание назначено на 12 апреля. К этой дате администрации центров обязаны устранить нарушения. В противном случае торговые центры будут закрыты. Контролируется процесс приостановления данного объекта будет ежедневно судебным приставом исполнителем. То есть, если в случае чего там должник откроет и проникнет в данное помещение, будет составлен протокол административный по статье 17.15, часть 1. Внеплановые проверки проходят по всему краю по распоряжению губернатора. Поводом для инспекции стала страшная трагедия в Кемерово. Всего предстоит осмотреть более 150 объектов. Анастасия Петренко, Александр Лукьяшко, АТВ Ставрополь.